Еще несколько лет назад жители Тулы не могли видеть промзону оружейного завода, которая сегодня стала набережной. Ее скрывал высокий забор, рассказывает руководитель проектов развития территорий Анастасия Сорокина. По берегам реки Упы складировался мусор, а саму локацию жители Тулы предпочитали обходить стороной, несмотря на то, что эта зона находится в историческом центре города. Буквально за год удалось совершить невозможное. Здесь уложили асфальт, газон, установили светильники, беседки и лавочки, построили амфитеатр, детскую площадку и высадили деревья. Пространство заиграло по-новому. Теперь это любимое место отдыха жителей и гостей Тулы. Была сделана определенная работа тоже по подсветке. Таким образом, Тульская набережная дала доступ к Кремлю. Теперь можно гулять вокруг него. И центр исторически зажил. Сохранение наследия городов через пространственное развитие территорий – одна из тем круглого стола в рамках фестиваля «Архитектурное наследие 2023». Мэр Тюмени Руслан Кухарук также представляет один из масштабных проектов, который недавно удалось реализовать на территории города. Одну из главных улиц Дзержинского решили сделать пешеходной. Реконструкция началась в 2022 году. Перед разработчиками стояла задача наполнить улицу объектами, интересными бизнесу и теми услугами, которые будут востребованы у жителей и у туристов. Мечта о том, чтобы в центре города появился свой арбат, своя такая прогулочная зона, была уже давно у тюменцев. Официальные документы, которые мы нашли, датируются 1998 годом. Потребовалось четверть века для того, чтобы вот идея, которая воплощена уже даже была в документ официальный, нашла свое воплощение. В настоящее время на пешеходной улице установлены 21 навигационная стела и 44 адресные таблицы, выполненные в едином стиле. А также качели, беседки, открытый коворкинг, игровые зоны для детей, лавочки. Подключена подсветка исторических зданий. За сохранение культурного наследия исторического центра города выступает и в Нижнем Новгороде. Здесь также в короткие сроки была проведена комплексная работа по ремонту фасадов, благоустройству детских садов, исторических кварталов, которые стали центром притяжения горожан и гостей города. Активные очень краеведы по территории Нижегородской области. Экскурсоводы, которые душой болеют за то дело, которое делают. И, конечно же, мы с нашими друзьями работаем по всем направлениям. Масштабная работа по развитию исторического поселения ведется и в Самаре, городе, который в этом году принял фестиваль «Архитектурное наследие 2023». Статус исторического поселения был присвоен столице региона в 2019 году по инициативе губернатора региона Дмитрия Азарова. Постепенно в Самаре реставрируются и обновляются памятники архитектуры, которые находятся в историческом центре города. В декабре прошлого года был открыт легендарный дом Маштакова на улице Самарской. На первом этаже здания разместили арт-купеческую чайную, а на втором – музей и многофункциональная экспозиционное пространство. Проект стал победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.